Часть 54. Жди. Вот игру нужно играть накануне какого-то особого дня. Например, дня рождения или другого праздника. В самом начале дня, до того, как делать что-то еще, зажги огонь. Это может быть свеча, бумажка, что угодно. Для них это не важно. Вглядись в глубины огня и прошепчи. Завтра особый день, да будет так. Затем коснись огня указательным пальцем своей преобладающей руки. Игра началась. С этого момента до полуночи ты должен не дать огню погаснуть. Если он погас, ты проиграл. Кроме того, ты не должен спать на протяжении всей игры. Если ты заснул, ты проиграл. Если ты следовал правилам, пламя угаснет ровно в полночь. С этого момента ты можешь идти спать. Это не приведет к проигрышу. На следующий день ты лишишься важного для тебя предмета и получишь два, которые будут для тебя эквивалентно ценными. Игра окончена. Ты победил.